Особенностью пая является мягкая, как будто влажная шоколадная серединка, в основе которой лежит влажный шоколадный крем. И для приготовления пая вам понадобится шоколад, мука, сахар, сливочное масло, яйца, молоко, какао, разрыхлитель, крахмал, соль и малина. Надюш, включи, пожалуйста, духовку на 180 градусов, а мы подготовим паровую баню для шоколада. Наливаем в сотейник 1 стакан воды, берем большую миску, 300 граммов шоколада. Миску с шоколадом мы ставим на паровую баню и топим. Не забываем о секретике. О каком? А вот об этом. Оп, и пар выходит. А у меня есть к вам задание. Нужно приготовить шоколадно-мучную смесь. В большую миску можешь стакан муки. Туда же добавляем 3 столовые ложки какао и 1 чайную ложку разрыхлителя. Щепотка соли туда же. Так, сухую смесь я приготовила. Отлично. Теперь нам нужно в отдельной миске взбить размягченное сливочное масло, 120 граммов сахара. Масло должно посветлеть и слегка увеличиться в объеме. Миски – один из самых незаменимых предметов на кухне. Без них невозможно обойтись. На рынке появилось множество отличных мисок для смешивания. Стеклянных, керамических, из нержавеющей стали. Некоторые модели мисок имеют специальную резиновую накладку на дне. Она делает миску более устойчивой. А также есть варианты мисок со стенкой-дуршлагом. Но подобрать самые лучшие по цене, качеству и комплектации вариант легче всего в интернет-магазине. К маслу с сахаром добавляем 1 яйцо и продолжаем вымешивать. Давай. Надюш, подготовь, пожалуйста, противень и выстели его пергаментом. Шоколад уже растопился. Понемногу вливаем в сливочную массу и продолжаем вымешивать. Боже, как это красиво, девчонки, это же искусство. У нас получилась однородная, красивая шоколадная масса. Теперь в нее добавляем сухие ингредиенты. Небольшими порциями, чтобы не было комков, вымешиваем тесто. Угу. Выкладываем на пергамент. Слоем приблизительно 1 сантиметр. Разравниваем. Так, отправляем есть. Шоколадный корж на 20 минут. Духовка 180 градусов. Корж готов, и мы можем доставать его из духовки. Корж должен остыть, поэтому его нужно убрать из формы. А сейчас мы будем готовить крем. Берем 4 яйца, отделяем белки от желтков. Белки нам сейчас не понадобятся. Надь, а ты можешь в желтки добавить 120 граммов сахара. Сейчас будем венчиком хорошенько растирать, чтобы масса посветлела. Желтки посветлели. Теперь добавим к ним 40 граммов кукурузного крахмала. А зачем кукурузный крахмал? Что он делает? Кукурузный крахмал даст тебе плотность в креме. Крем будет держать форму. Он загуститель. О, класс. И 30 граммов какао. А также щепотку соли. Ну, мне кажется, что я вот это близка. Добавляем в эту смесь 700 миллилитров молока. Вымешивай, чтобы не было комков. Теперь берем кастрюлю с толстым дном. Вот, моя любимая. У этой кастрюли утолщенное дно и стенки, благодаря которым она быстро нагревается, равномерно распределяет температуру и сохраняет ее еще очень долго после приготовления. Ставим кастрюлю на средний огонь, переливаем смесь и начинаем заваривать крем. Очень важно постоянно помешивать венчиком, чтобы масса не взялась комочками. Я прослежу сейчас за кремом. 150 граммов шоколада и поломаю его в миску. Мы горячий крем выльем на шоколад, и он растопит шоколад. Смотри, как я красиво, какими элегантными, равномерными кусочками ломаю. Я так рада, что тебе удается иногда путешествовать, причем далеко, и оттуда привозить столько впечатлений, что хватает на всех друзей. Я имею в виду твое путешествие в Таиланд. С поеданием насекомых, дуриана. Ну, ты знаешь, что я всегда все попробую. Все попробую. Весь экстрим. Я там попробовала и тайский бокс, и йогу на берегу, вот прям океана. Все это прекрасно. Ну и, конечно, знаменитый тайский массаж. Я снимала свой первый интернет-проект Wellness Inspector, и я перепробовала все виды массажей. И самый классный – это фуд-массаж.
У меня для тебя есть такой маленький сюрприз. Есть очень простой массаж, который каждый может делать вообще где угодно, кому угодно и когда угодно. И вам, девчонки, во время вот особенно готовки это очень пригодится. Давай руку. Ты берешь ладонь, просто выпрями пальцы и расслабь руку. И вот так вот ты своими суставами передвигаешься по руке вверх и массируешь. Правда? Ты согласна, что это безумно прикольно? Особенно хорошо это зимой, когда холодно. Вот так вот размассировать руки, это очень приятно. Класс. А у нас как раз, девочки, смотрите, крем загустел. Я выключила уже огонь. И пока он горячий, мы добавим сюда 15 граммов сливочного масла. И шоколадную крошку. От того, что крем горячий, он растопит сейчас нам шоколад. Но это нужно обязательно делать не на огне, иначе шоколад может взяться комками. Как только шоколад дотопится, перекладываем крем в миску. Нам нужно будет отправить крем в холодильник, но перед этим нужно дать ему полностью охладиться. А нам нужно растопить сливочное масло. 150 граммов. Берем сотейник на 1 литр, ставим на огонь. Наденька, включи, пожалуйста, духовку на 170 градусов. Я буду присматривать за маслом, пока оно растапливается, а у вас другая работа. Возвращаем наш остывший корж. Корж ломаем, пересыпаем в чашу и измельчаем до состояния крошки. Все, высыпать пересыпаем туды. В миску. Один стакан крошки мы отложим в сторону, она нам пригодится для одного из следующих блюд. Отлично. Засыпай. Стакан мы отсыпали, оставили в сторону, масло растопилось, и мы можем соединить его с крошкой. И хорошенько вымешиваем. Это основа для нашего пая будет. Надюш, подготовь, пожалуйста, разъемную форму диаметром 22 сантиметра и застели ее пергаментом. У меня получилась влажная масса, как и подразумевалось в нашем влажном пае. Отлично. Пересыпаем мокрую крошку в форму. Давайте покажу вам, как удобнее. Равняем по дну и формируем высокий бортик, примерно 5 сантиметров. Подвигаем к бортику. Ловко. Да. Ловкая Лиза Глинская. Ставим наш корж в духовку, разогретую до 170 градусов, буквально на 7-8 минут. Наш шоколадный крем уже достаточно остыл. Теперь нам нужно накрыть его пищевой пленкой. Мне кажется, шоколада наемся на всю жизнь. Не говори. И убрать в холодильник на 15-20 минут. 7-8 минут уже прошло, и мы можем доставать наш корж из духовки. Конечно. Нам нужно соединить крем с коржом, но поскольку корж горячий, мы не можем этого сделать. Нам нужно отставить корж и охладить его. На это уйдет минут 20. И за это же время наш крем полностью охладится. Корж остыл, крем стал более плотным. Теперь мы можем формировать наш пай. Но перед этим на корж мы положим немного замороженной малины. Прелестная идея! Выкладываем малину ровным слоем. У нас получилось уже сочетание шоколад-вишня, шоколад-мята, шоколад-малина, шоколад-перец, шоколад-фасоль. И теперь сверху выкладываем крем на корж и аккуратно разравниваем лопаточкой. А сколько крема? Доверху? Да. Отправляем пай в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он застыл. До встречи, пай! Мы можем увидеть, что с нашим паем. Открываем бортики формы, перекладываем наш пай на презентационное блюдо. Режь! Малинка! Ничего себе! Он просто нереальный. Боже, это самая вкусная шоколадная штука, которую я ела в жизни. Это как будто бы шоколадное суфле. Да. В тверденьком, вкусненьком шоколадном тесте. Это нереально. И малина соединяется великолепно. Такая легенькая кислинка. А еще мне очень нравится, что он не приторный. То есть сахар Лиза рассчитала в рецепте так, что он какой-то сладко-свежий. Девочки, боже, какой он хороший! Это просто шедевр. Это ужас, потому что невозможно остановиться. А-а-а! Это очень классно. Спор, пока ты выигрываешь. Ты меня реально этим тортом поразила. Это самый сумасшедший вкусный пай, который я ела когда-либо.